Здравствуйте, с вами Екатерина Воронченко. Лето все ближе, в скором времени температура поднимется практически до летних показателей. Итак, предстоящей ночью до плюс 11. Облачность будет переменной, без осадков. Ветер южный 4-7 метров в секунду. А вот днем воздух прогреется до плюс 27. В Дубосарах и Григориополе этой ночью ждем до плюс 12. Также облачность переменная, без осадков. А дневная температура довольно комфортная, до плюс 28. Ну а на юге абсолютно похожая картина. Этой ночью до плюс 12. Облачность будет переменной. Ветер южный 4,7 метров в секунду. Без осадков. Днем тепло до плюс 28. Ну а в последующие сутки без существенных изменений. У меня на этом все. До встречи.